называется ДСК «Компас». Зовут меня Николай. Перерабатываем железобетонные изделия. С 2011 года уже. Компания или лично? Я лично. В этой сфере. Щебень у нас получается. Мы друбим же вот это вот все. Заготовку делаем, передрабливаем, потом все. Дробилка там дробится, и там уже щебень получается. Не, для отсыпки на дороге везде он идет. Бетон, тощий бетон делают с него. Все выгрузило, уехал. Все, мы тут его перерабатываем. Да, подготавливаем, а потом уже это передрабливаем. Естественно, оно металл отдельно отделяется. Бетон отдельно там сортируется, и все. Потом продаем его. Металлоприемка приезжает, забирает. Потом уже не знаем, чего они с ним делают, куда там его. Легче тех наших хаммеров, там что уже они уже, им уже сколько лет они уже поэтому. По мощности тоже такие же почти. Ну, зависит еще от этих, от зубьев. Чем лучше зубья, вот пока молод, он еще нормально кусает. Ну, тоже от бетона зависит. Есть бетон крепкий, есть мягкий, поэтому.